Тавкер, Вилд Мэджик, Манелтер, Стирбан, кто там еще плюсовал? Бафа ханту накинь. Давайте бафу по ханту и по писту. Чек на пул. Вон летаем, пошли с нами в комнату. Типка готов? Делик камеры прямо сейчас. Дайте инту. Давайте интеллект, пошли агрить моба. Там у тебя шасис есть, можешь метку поставить. В часах треугольники все стоите, кто на арене тут остался. Кири, Седер, ты короче танчишь всех, кроме защитника. Макгрегор, ты танчишь защитника, но я тебе сейчас написал в ПМ. Добро. Следите за агро своим в комнатке. Приоритет, кто остался сейчас со мной на арене, всегда защитник. Моба будем за тройку контролить или нет? Да. Но у нас кресты сейчас все... пускай тут и типка тогда поконтролит. Потом спадет контроль, по контролит Стирбан. Стирбан, сможешь поконтролить моба? На нем метка будет. Давай попробуем. Окей. Ну, сейчас там мы потом перейдем в комнату, спустимся, там метка будет на мобе. Друид, анархо, турист, кинь инер мне, попало. Кстати, давайте еще инеры, ой, эти как его... СС разберем в повороте. Кидай СС на анархотуриста. Удиален СС на Макгрегора. Удиален кинешь на Уикнайта. А в повороте на кого? На анархотуриста кинешь. Он уже там рядом с тобой в комнатке. Кирюха, у тебя остался стан? Угу. Защитник следующий вылезет, станет. Сейчас ищите глазами внимательно, защитник должен вылезти. Лети сразу, не врывайтесь, не ждите. Он идет. Куда? Видите его с центра? Да, стан. Там давай защитника. Да, да, уже. Молодцы. 30 секунд. 30 секунд. Надо ускоряться. Мы уже здесь. 20 секунд, у вас еще 15 секунд есть. Да мне тут хорошо у вас. Агрить босса. Не, у нас все есть. Подождите, чисто, можете спускать. Трэш, залейте трэш. Давайте на дистанцию выходим все, РДД, по стеночкам, становимся. Бейте, ребята, очень срочно, прямо сейчас. Что ты говоришь? Я отпускаю моба, контролите кто-то там. Сколько поставил круг? Кого контролит? Череп, квадрат контроль. Захильте воида, дайте баф по воиду. Давайте рост. Квадратик за контроль. Не было? Макгрегор... Сейчас сагришь босса свой, так когда он получит дебаф. Забери, забери. Да ну нах. Че за говно, я ж его не трогаю, блять. Тебя отмолнил. А как он... ты умер? Там дебаф аж не было на тебе. Он когда шмол... дебаф вешает, он его этим дебафом и убивает сразу. Ну типа секретую. Понятно. Давайте заново баф по войду. Пусть танкует пока. Дядя, где... Макгрегор? Подведите босса в центр, пожалуйста.
Короче, отдавай БЗ. Да я там еще. Как бы БЗ есть. Нам нужно. Все. В игре как забирай и не забирайся. Забирай. Не забирай. Все дефы сразу отдал. Кто контролит моба, подведите его в центр, а то не даст чего. Сейчас он в стороне куда стоит. Под незыблемостью убил, какие? На мобе корни, короче. Ну, спасибо. Я хуй знаю, добивайте миллион. Как в незыблемости в центр? Я говорю тебе, врач, тебя от молнии убивает. Да не. Да понять не могу. Вон, смотри. Дисбалансирующий удар 67 тысяч. Это не молния. 68 тысяч. Ресните, пожалуйста. Арбалет кому-то надо? Пашка завоеватель, паладин, жрец, чернотничник. Коритель. Пойдемте Мегарона в лайт режиме сделаем, все равно пока на рост КД. Рога, маг, друид. А Фрея можно без роста шубить, поэтому. Идемте на спектр. Спектр ДД Макгрегор. Да, спекайся. Я его пока. Чтобы был хилорез. На фрейд есть что? Забирать фреш, килю. Ладно, забиваю. Теряю себе фреш. Что с этим листком случилось? Дайте лапу, пожалуйста. Так, если согреть... Скажу. Лёдочку бусарится. Думаю, да. Уже да.
Так, давайте чекнем на пул. Здесь просто дамаж босса. Знали. Трэш не берите, бейте пока точечных рей. Пускай протопал заберет трэш, отведет от рейда. Как не стоит? Так, давайте деревце сольем слева. У нас 60 кхп. Все, теперь осталось будет. Все. Стопка, стопка. Не постойте. Эй, Макгрегор. Дайте мне силы. Секунду, вы идите на пожарника, сейчас я разрулю. Благодарю вас. На пожарника? Ну, в смысле, не Мирон, я его всегда пожарником называю. Вы пожарники, что хотите? Вы ловко вышут, раздавайте. Да, да. Подожди, не надо. Да. Так. Формула. А, у меня мут, подождите 50 секунд. Искра воображения портал. Че, уже воля? Не, я ничего не кидал на ролл. У меня мут. Выбирались лут, мы тебя присуманим, тут разролишь. Потому что если сейчас трэш чистить начнем, бой повесится на комнату. Потом не сможем присуманим. Сейчас, секунду. Суманьте всех пока. Кого тут с нами нет? Только поворочи хавки. Если я бегу флешмотка, да? Так, мне можно сумануть, если что. Сейчас будешь там, там удиалинис. Там пока почистите трэш. Мне надо на пару минут что сделать. Че с таким? Олег. Чистите трэш. Думал, по два моба ведите сюда, к воротам.
Третий побафаем, пока чего не хватает. Секретарь бафнем все. Так, формула. Ролим формулу. Почему бой висит? Это баг какой-то. На НПЦ там решает собой. Кодекс писал. Типа не могут они пофиксить это. Погиб. Штанный паладин, жрец, чернокнижник. Воин, охотник, шаман. Переролльте, 97. Ларь, алхимики, ролим. Бибоб. Да плащ не изучали. После... Что-то там сделал. Чё, давай, не знаю, давайте... Можешь пайрелить сейчас пока? Ничего. Просто убийство. Пайрелю, да? Прослушал. Ну, можешь пайрелить? На да? Пару минут. Простое убийство. Хотя тут можно сделать, что там. Надмозг атакует. Вот эту фигню, если хотите. Давайте пожалуйста. Сэдли, слышишь, ты заведешь? О, этот. Киря, ты заведешь штурмового болда на четвертой фазе в этот в красный метку? Знаешь, как делать? Дружеский огонь. Нет, честно, не знаю. Короче, смотри, на третьей фазе, мы когда башку будем бить на третьей фазе, там штурмовый бот вылезет, я тебе метку поставлю. Его, короче, агришь на себя. Мы весь трэш сольем, кроме этого бота. На четвертой фазе, там, я не помню, до лазерного обстрела будет примерно секунд через 15, когда четвертая фаза начнется, босс, такую ракетный залп, короче, увидишь, красная метка на полу будет. Ты прожимаешь бабл и забегаешь в эту красную метку вместе с мобом. И на протяжении всего, короче, трая, когда этот штурмовый бот вылезет, этот моб на тебе висит. Mm-hmm. Ну, короче, бабл в эту красную метку забегаешь и стан. Попробуем. Сейчас на первой фазе танчит Войд, все милики стойте в квадрате во мне. Ничего делать тут не надо, РДДшки сами залью, и потом будем в метке двигаться. А хавкер только у нас, все, остальное все тут. Надо посередине. Так, все, Слава, начинай с ЛПшки. Стойте все тут в синем квадратике, двигайтесь за мной. Просто бейте босс, милики во мне стоят. Голосты оставьте. Захили вытирай. Че, милики не бьют? Не-не-не, в метке вам не стоит. Бежали, милики, бежали. Хотя на шоколад. Убеги, ЧП. Убивайте босс. Милики бейте. Идите в квадрат. Так, надо определиться насчет четвертой фазы, кто какие части тела будет бить. Пока стойте во мне. Так, смотрите, короче, у нас 4 мага, Кралька, Реал Прайд, Наня, Старожила. Вы бьете башку на четвертой фазе. Так, все милики, короче, бьете середину, включая сов и локов. Бьете середину, но при этом еще используете массу.
когда надо, сами следите там за процентажом и переключайтесь вниз в тело. Ой, в ноги. Нам на четвертой фазе все части тела надо одновременно залить. Подходите вокруг босса, рассасывайтесь и никуда этих примерно тут где-то стоите. Все бурсты в босса, а давайте как он появится. Все, бьем. Сейчас на метке, сейчас она на полу будет, надо будет убежать, смотрим внимательно, где она. Она выбежала, кто там стоит. Кстати, а если повесить локу проклятие косноязычие, обстрел будет дольше или нет? Нас убивать. Все, молодцы. Кстати, опять откуда начинали в синий квадрат встаем. И отсюда просто заливаем башку. Сейчас она сразу появится, смотрите, вот уже появилась почти. Сразу бейте, не ждите кого. Не, Олег, Эмир. Что? Залей мне Эмир, кинь, Эмир. Короче, я не помню, вылазит, не вылазит башка, на 20% стопнем, подождем штурмового и тогда добьем. Не будем рисковать. Пока бейте башку, я скажу, как стопнуть. Все, стопаем, ждем. Не бейте босса, ждем. Как увидите штурмового бота, сразу босса доливайте, пока не бейте, ждите. Вот этот весь трэш сливайте. Вот, все, доливайте босса. Кири, кружочек забираемся. Кружочек никто не бьет. Так, сейчас, давайте, подходите все в центр, вокруг босса рассредотачивайтесь. Локи, ну сказали же, не бить, что нового. Вокруг босса рассредотачивайтесь, кому я говорил, все так и дела. Надо все части слить одновременно, рост только по моей команде. Кседли, сейчас прожми бабл и собери эти мины. Вот сейчас вот они появятся. Должен где-то тут. Кстати, рост. Заводи туда в красную метку, если успеешь. Стоп посередине. Давайте башку и низ. Башку и низ. Теперь все тело выделили. Выделили тело. Сейчас будет лазерный обстрел и за спину прячемся. За спину, ребята. Давайте за спину. И подальше выбежали. В ногах не стойте там. Все, добивайте все части тела. Остальное добивайте. Как красавчики. Смотри, а все, я все правильно сделал, да? Да, да. Когда там засчитал ачивку-то, нет? Я без смертей умирали, как типа так делали, убили. Че, без смертей что сделали? Да, над мозг сделали без смертей. Нихуя, ну красавчик. И дружеский огонь. Заценить. Сходите к телепорту, сейчас Олег придет, он разролит. Поясок кому-то. Так, сейчас смотрите, мы обвалившаяся галерея, телепортируемся и налево уходим, спускаемся значит, туда налево. Не, над мозгом там не сделали, там самогон похлопал на первой фазе мины. Укорите, надо? Сбойник, рыцарь смерти, маг, друид. Я в бомбу, да, наступил? Да я вообще не знаю, как это чего делается. Если бомбы повзрывали на первой фазе, а кому-то засчиталась она. Там что-то другое оставалось, типа не мины, а что-то другое. А, кстати, да, возможно, скорее всего. Она есть. Агрите, агрите, обои. Бля, задом продаваться в СКУ и
Нет, там влившаяся галерея и налево спускаешься туда. Сейчас еще визак скажет. Просто изимот или как? Мы уже делали тенефобию без смертей. Хэм режима от пайта режима ничем не отличается. Вообще только на 2 минуты подольше надо постоять. Сидите сюда все в квадратик, никто не бьет, короче, один слава. И где у нас этот Кире? Кто-то ушел. Кир, напулишь новый, да? Слава, иди забирай трэш. Пока не бейте, стойте, ждите. Пульте новый, да? Теперь забывайте трэш. Гляну, что это на мазике? Анархатура из залейма на нем. Попер. Ралли, ты тут? Я пока не могу прочитать это заклинание. Побежали так. Все на платформе будем ставить метки. В синем квадратике велики, все РГД. Вниз пойдут только два танка. Седер и Макгрегор. О, и Войд. Килим, бьем с платформы. Вниз никто не спускается. На боссе пропал, нужен. Че говоришь? Говорю, на боссе пропал, нужен или нет? Не, на больше, наверное, в одного танка пойдем. Там все равно, если агрос рвут, то он уже не стаунтится. Подожди, Слава, пока не спускайся туда вниз. И подходите, все в синий квадрат встаем. Так, все, давайте, Слава, спускайся. Напуливайте на ВД. Напуливайте на ВД и давайте. Давайте массы. Похитите сейчас, смотрите, очень хорошо. Давайте еще пачки. Не, пока рано. Не надо, не иди. Там откатурю, если не покажешь, помогай хилить. Сейчас мана сядет, не подохнем здесь. Вы первый квартал здесь снесли? Ну, логовану только оставили. А, первый, да, даже. Подождите, маны нет, пацаны. Идите сюда в синий квадратик. Только не упадите с платформы под ноги, смотрите аккуратно. Давайте, введите. Я пока не могу прочитать это заклинание. Поближе к вам. Все, хватит. Еще так же массы заливайте. Кто тут хэм режим кому-то или нет? Чё тут вообще надо? Может, тем не смотрите. Побьем сразу смотрим. Да, тут типа схема падает, тынка бесовая на ДФБ. А, ты что, схему выбил?
Да, давайте хэм. Там есть один небольшой лайфхак с меткой. Спускайте 77. Там боя спал у вас? Да. Может тебе не сами? Подожди, пока они агри сейчас присуманим их. Сэдли там самогон, стрельба, шестерых нет. Монти их. Короче, сюда надо минимум 4 хила. Еще желательно АДЦ. Давай, я могу похилить. Кто? Пеппер, Дуду Типка, Васабик, Анархатурист и Wild Magic, да? Хилы будут. Прям режим рэра включается. А по-моему 4 хватало, не? 4 попробовали, я просто... Всегда заранее лучше, если что-то как там. Это метка называется, метка безликого. Как-то так, по-моему, да. Ну, которого высасывает КП, да, и ресет. Да. Смотри, у нас 5 магов. Просто если прожимать глыбу, она сразу спадает метка. Или бабл прожимать. Окей. А, ну это если в РДД зоне, короче, стоят. В 5 или в 4 килограмма? Как это в ДЦ? Ну ты типка, давай ты в ДЦ лучше спекнешься. Павик, агри иди и левого моба. Сейчас зальем трэш. Может я уйду, вы не возьмете залив на там из него? Пока у него нету танка. Заливайте моба. Сука, у меня температура сижу, так уже еле играет. В принципе, чем мы тут без кирюхи справимся? С Макгрегора есть. Тем более тут танк не надо второго. Второго забирай. Человека надо отпустить, болеет. Так, смотрите, сейчас метку ставлю. Буду тип КДЦ. И Жека сразу на рейдж. Ты слева будешь, я справа. Ладно, релогайся, потом объясню. Что релогаться или нет, Жека? Залей мана. А, окей, я на хатуре залей мана и буду типки. И выходи, Жека, налево сразу на рейдж. Где будешь стоять. Буду справа стоять. Так. Теперь смотрите, я называю людей. Вы идете, короче, в метку в кружок. Вас пробахал вас еще. Так, короче, смотрите, Хавкер идет в кружок. Стербан, ШПшка, Кралька, Реал Прайд, Мэнел Тор. Вы идете в кружок. Теперь справа, короче, в квадратике стоят Наня, Старожила, Вуди Аллен, Мэджик, Шанан, Онли Тайм, Повороти. Вы стоите справа все. Так, теперь все милики, я ставлю метку. Вы подходите к трусам. О, оттянись на нас чуть-чуть. Выйди, чтоб тебя люди заметили, из-за босса выйди. Вот теперь, короче, смотрите, в метку треугольник зеленый подходит Макгрегор, Седдер, Грувер, Самогон, Ексель Драный, Джаспанк, Седли. Кто там не еще? Васабик. Да? Не-не-не, ты будь в протопале, ты этого поддержишь. Как его, Саранитого Стража. Будешь его точно так же, как этот босс сейчас, генерал Везек, стоит. Точно так же его поставишь. И все, там больше делать ничего не надо. И будешь, короче, это, танчить его. Так, теперь под босса, короче, Васабик. И анархотурист. Васап, смотри, ты хилишь первый. Как у тебя 10% маны остается, начинает хилить анархотурист.
Анархатурист, смотри, ты хилишь, короче, точечно. Можешь омоложение кинуть, естественно. Омоложение кидаешь и точечное, короче, покровительством, скорее всего. Так вот лучше будет. Макгрегор, ты в ДД, да. Понял, анархатурист? Ты хилишь только по команде, когда васап, короче, скажет, нету маны. Я тебе скажу, анархатурист начинает хилить, все. И ты точечно вайда хилишь, только его и все. Теперь смотрите, короче. Пеппер. Так, вижу типка. Так, я вижу сейчас. Пеппер. Так, я справа стою. И Олег Wild Magic, ты идешь налево. Ты там хилишь. Я в Эрду, да? В кружке. Да-да-да, спекнись в хила, да, и стой в кружке. Хилишь свою пати, до кого, короче, там достаешь. А я тут хилю своих. Ну, типка, ты тоже в ДЦ хилишь, короче, до кого достаешь щитками там, там обновлением и так далее. Короче, чекаю на готовность, смотрите, там еще не хватает. Начинать. Теперь вся мелизона... Слушайте внимательно, теперь я кому говорил, вся мелизона, вы подходите во фрейм, короче, босса, как на ребре. Когда вот мы его убьем, вы подходите, прям в босса в ноги становитесь ему. Не, Масуха ни в коем случае бить нельзя. По моей команде Масуха будете бить. Подходите все, милики, подходите, подходите. Прям под босса вставайте, не бойтесь. Леха, самогон, подходи, не будем начинать. Все, Славик, давай сейчас прошки начинаем. Чего ты говоришь, Масуха не бить? Не-не-не, масса не бьем. Мы с Рамидом сразу делаем. Чего делаем, ХМ, да? Да-да-да, ХМ делаем. Когда шейм снимаю. Так, смотрите, сейчас копье полетит, от него отбегаем, побежали. Вот теперь вернулись. Постоянно смотрим на свои дебафы. За агро, короче, следим, кто в лужах стоит. РБДшки, другая пати побежала, кружок. Каз бич, ага, молодцы. Бежали, бежали, следите сами, не ребята. Бейте, хил, пары, не бейте пары, не бейте пары, нахуй не бейте. Пасы не бейте, пары не бить ни в коем случае, только точечно. Голову прожми, Зерл Прида, голову прожми. О, молодец. Там сейчас пару убьют, слышишь, там уже почти добили его. Здорово. 40% у пары. Другая пати побежала. Вот, милики, вообще не бейте, ждите. Только РДДшки. Боссу, короче, 15% примерно оставляйте, другая пади побежала, моя. Квадратики кто был. Там, короче, маг по парам хуярил и гровер. Опять мы побежали, ребята, побежали, побежали, оббежали. В повороте убил пар, все, ГВП. ГГ, просто босса убить надо тогда. Да, сейчас просто добивайте босса, только и... Глыбу прожми, Наня, глыбу прожми. Мои бани. Чек. Две, три. Главное, вы то получите. Так же все делаем. От этих от копий бегайте. Смотри, пары-то не хуярите, блядь. Что, пары? Ты уже, блядь, уже убили пары. Давайте, уже моя убили, убили пары. А, вы запомнили уже, да, людей, кто убил? Да, это повороте был. Опять мои паки побежали, побежали. Пати вернулись теперь. Пизда. А заберите, кто там есть живые танки? Его нельзя забрать. Да, он не там. Добивайте. А там что, танка не захилили? У Дани маны нету, да? Нет, там она с вами, походу. У меня еще было. Добивайте его. Вот это, вдвоем там не захилили. Да, с вами я играл, танк живой. Да его резнули. Не, там Славика ваншотнуло, короче, по-моему. А, Славика? Ну, да, это что? Там, короче, по 50 тысяч плюхи были. Значит, на Амберса была, и Слава не прожался. Незабываемость не отдал. Повороте, ТВРК. Да его нету, короче.
мы на совет когда бежали, ты спросил ВРК, он или нет, и его тогда уже не было. Ну ладно, посмотрим, как сейчас будет. Все, Аня, ясно, тебя подожди. Не, у нас, мы нормально все ачивки делаем. Когда, короче, не берем таких людей в повороте и так далее. Когда новичков у нас в рейдах нет. А новички вроде не тупили. Зачем? Зачем лоб, который может бить точечно, развешивать доты по парам? Это типа скилл? Бурст ДПС. Только сюда ходит. И в РК не сидит, и, короче, пиздец, и постоянно что-то валит, блядь. Вторая СРС, вот, напоминает мне ее постоянно. Она сидела в РК вроде. На один хуй провал ачивки. Надо кому-то кольцо на меткость СПД с духом. Блин, буквально на 40 секунд отойти надо. Ходи. Мне тоже что там тоже сбегаю. Ставьте шкаф пока, помните, назначайте людей. Что там случилось? Да ничего, нормально, все, брат. Куда всегда, нормально? Всегда так играй. Какой пар? Ну смотри, мы делали ачивер мод. Ты убил пары. Там уже ж подбитый этот пар был. Как я его убил? Ты решил набить, да, его? Ну ты его добил, ты убил пар. Как ты объяснишь свои действия? Я перепутал наверняка. Наверняка. Не, наверное, 7 порч прокнул просто. Ну я порчу какую-то бросил одну, да. А сколько хп у этого пара? Там 1060, наверное. Что порча... с таким человеком делать в рейде? Олег, ну извиняй, я не хотел. Просто заходи в РК, тебе там, ну, там же несколько раз сказали не бить. Да я сидел в РК. Телефон позвонил. Джерион, ты тут? Да, чё? Ну вот, какой ты хочешь скилл вообще от людей? Вот тебе второй пример, как вчера с РС было с гигами. На каком скилле речь вообще? Ладно, Пеппер, ты тут? Сейчас я тебе пати расставлю. Вон и там, ты ж был в комнате? Ну, я тоже пойду в комнату. Шана, наверное, тоже. Или Ален. Не, тогда кого-нибудь демона другого спекнет. Кидай меня тут в комнату по комнату. Тегли, наверное, тоже шарит. Кто еще? Кавкер. Кто еще в комнату хочет пойти? И Боб. А вот можешь моего брата закинуть. Пускай учится. Скажем ему, что там делать. Бога АП. Кого кидать? Повтори. Кого кидать? Скажи еще раз. Ну, зарил преда, пускай учится, говорю, в комнате. Ну там за мага. Не то что, ну, неудобно. Да, не слушай его, не надо. Чё тебе самого? Я говорю, мне, я могу в комнату, если надо. Так я уже кинул тебя в комнату. Я могу это, на ШП перезайти с хапала. Да ладно, у нас вон ДЦ есть. Алька, давай. Ну вот, 10 человек есть, Джерри нормальный, самогон тоже. Авкер. Удиален тоже, Шанан не знаю, он летает, не знаю. Седли тоже не знаю. Могу на САУ. Ну хочешь, заходи на САУ. У меня без разницы просто, если надо или... Ну давай на САУ, потому что РДД тут профитнее. Только Никита меня устроили. Ну, ты понял. Так, я буду в САВе, Дудотипка, ты в ДЦ.
Давайте чекнем просто на АФК, я расскажу порталы, то как заходят. Смотрите, третья пати будет заходить в левые порталы слева. Четвертая пати в правые порталы. Теперь у нас как, первый портал идет посередине, вот отворот прямо, и звездочкой идет, если провести линию до Сары, вот там и будет портал первый. В этот портал заходит Дуду Типка, ТДЦ. Пил. Он на месте бежит, он завис. То Дуду Типка? О, кружочек на нем. Дуду Типка стоит. А он здесь. Дуду Типка, ты в первый портал посередине заходишь. Потом идут 4 портала слева и 4 портала справа. Вот, в первый портал справа захожу я, во второй Only Time, в третий Шанан. В идеален ты заходишь в последний портал посередине. Вы там посередине. Так. А, не, извини, ошибся. В идеален твой портал просто четвертый справа. Потом слева первый портал самогона, слева второй Хавкер, третий Седли, четвертый Манелтер. Кралька, твой портал будет в самом, ну, сзади, посередине. Да. Потом, как вы зашли в порталы, первая пати идет налево, вторая пати направо. Ну, типа, ты идешь, ну, не знаю, если будет комната с лечом по центру, или комната со Штормградом тоже по центру. Первый гимн на отхил даже Дуду Типка. В комнате в первой, во второй Манелтер. Если будет жопа по хилу в комнате, самогон там кастуешь, спокойствие, я тоже кастану. Так, теперь кто, если кого-то, кто-то умрет или кого-то будет контроль, кто сможет зайти еще в комнату поменять человека? Никто. Плохо. Так. Кумон, пожалуйста. Давайте поставьте порталы, шкаф. Стербан, маунт ролится по роллу, плюс учитывается слаки в рейдах. Впрочем, я не сумонит, я стою, так и стою. Баф посови. Давайте, танки у нас будут Макгрегор, Седдер и Войт Найт. Будешь релить? Ну что-то вообще настрой пропал. Да-да-да, это, ребят, смотрите, Войт, ты по стандарту тут-тут у ворот, короче, ты раштанчишь вместе с Кирюхой. Так, а Макгрегор, ты стоишь на четвертой, ой, на третьей фазе в рейде. Перед мордой в синем квадратике. И весь трэш, который идет на рейд, ты отводишь к Вейду. И там Седдер, ты тоже стоишь рядом с Вейдом, и вы кайтите трэш. Ни в коем случае его не танчите, а то ваншотнет вас. Вы тут просто у ворот бегаете друг от друга, трэш кайтите. Джаспанк на третьей фазе, как мы переведем, начнем босса бить. Ты мажешь яды на замедление. Вары, Грувер там. Ты тоже... Трэш замедляешь, подрезать сухожилие там на них. Какой мой портал? Не знаю, не слышал. Кто ты спрашивает? Хавкер. Второй портал слева. Угу. Так, далее смотрите, все маги. Реал Прайд, Алька. Вы выносите на панели конус холода и кольцо льда. По моей команде вы побежите в трэш и будете его замедлять. Фростнову дадите и блинком уйдете обратно в рейд, в точку. На третьей фазе мы все будем стоять в синем квадратике. Короче, запоминайте, ребята. Первое кольцо льда будет старожила. Так, по порядку и пойдем по пати. Реал Прайд второй, Наня третий, Кралька четвертый. Все, и так вы по кругу будете обновлять. Совы тоже можете корни на панель вынести. У нас очень много контроля. Можете замедлять трэш на третьей фазе. Так, далее, теперь смотрите, что еще не сказал. Вот так. Прожила, что-то не понял. Прожила 7 или 5 над целый танк? Зачем они тут?
тебе, не знаю куда, но просто на боссе три фазы. Первая фаза, мы стоим в одной точке, бьем трэш, который выходит. Вторая фаза, ты просто будешь бить щупальца, перелететь, бить большие щупальца, а потом мелкие щупальца. Это вторая фаза. Все, тебе больше ничего не надо делать, там будет два дебафа. С одним нужно будет сбежаться, как пак на лане. Вот, как он называется там? Пак там врач. Это так, схоже мышление, что-то типа такого. А второй дебаф, как... Я уже просто, у меня башка не варит. Фух. Не помню, как он там. Схоже мышление, это пакт, короче. Второй дебаф, не помню, как он. Неважно, короче. Бегаешь в синем квадратике, стражила. За мной просто и все. На третьей фазе, я когда говорю отвернуться, ты стоишь спиной к боссу. Спиной к боссу камеру поворачиваешь. Я говорю отвернуться, ты отворачиваешься. Я говорю повернуться, бить босса, ты поворачиваешься и кастуешь. Все, ничего сложного. Кстати, поехали, сейчас уже начнем. Повороте, подходи, будем начинать. Все, пойдемте. Сейчас стоим просто. Братики в синем, отбегайте лучше. Отбегайте, давай. Обратите гнев и ненависть против его. Танки под Сару. Втроем. Так, забираем, ход. Все, и бейте. Кружочек всегда бейте. Точечно. Подведу типа фир дашь, если в рейд трэш придет. Выбирайте танки. Бейте кружок. Только кружок точечно. Снова кружочек. Забирайте с рейда. Замедляйте его, из центра танки уходите, замедляйте его там, оставляйте, сами разбежались. Все, сейчас спиной поворачивайтесь к боссу. Все, и ищем большое щупальце. Велики бьют маленькие, РДД большое, вот у нас слева. Курсы поставил, бейте. РДДшки только, велики не подходят. Максимальной дистанции бейте. Короче, сейчас будет... От черепка надо будет отойти. Ну типа, сдавай за 10 секунд, считай третью, четвертую пати. Черепка. А, я ладно, про бабу прыгну. Отойди. Че, на лучах не стоять? Пока. Блять, уже 76, пиздец. Ну, там резко есть стербан. И фулбаф. Я крест бафнул, каску там пристабаф. Себе сам дашь. Инту лапу. Все, давайте, ребят, потихоньку к порталам к своим подходите. Прямо сейчас уже. Перед порталами, кто может ходки на себя накидывать. Кралька сдохла, ресы или Олег? Второй мой. Никогда. Иди в портал. Заходите кто-то в портал вместо кральки. Как не стойте, зелен. А где стойте, бля. Ста. Пак там сбежали, сидят. Для управит, кто-то еще там. Стирить-то будет все одинаково. Бейте все большой щупальца. Идите в портал по домашке. Иду, Олег. Иду все, бейте большой щупальца. Видите, встань, оно стоит. Сколько секунд? 17. 17, 16.
16, 15. Подходите потихоньку к порталам, я скажу, как выходить начинать. Вот уже начинайте выходить, 10 секунд у вас осталось. Бейте скорее большой щупальца, ребят, все. Ходите, выходите, 5 секунд осталось. 3, 2, 1. От большого щупальца мелики отошли сейчас. Он шоком. Смогон, поднимай анархотуриста, анархотурист кральку поднимешь. 15 секунд до портала. Недалеко от своих мест вставайте, кто в портал заходит. Недалеко. Кральку кто-то поднимите. Анархотурист, поднимай кральку. 7 секунд до портала. 7 секунд. 4, 3, заходите, заходите сейчас уже. Они втроем в одном луче стояли, что ли? Иди в портал. Какого мы залезли, блядь? Трепещите, смертные! Конец близок! Спаль себя, анархотурист. Пару включи. Бля, ну зайдите в портал, ну один человек, мы опять 9 минут. Ну какой портал? Сзади портал. Сейчас зайду. Все, уже не надо. Эти баф по кральке. Сколько процентов там, когда выходить, мне не показывает. 16, 15, 14, 13, 10 секунд, начинайте выходить. 5 секунд осталось. Идите, выходите. 3 комнаты переведем. 15 секунд до порталов, бейте все большое щупальце. Пакт сбежался. Подходите к своим местам уже, 10 секунд до портала. Мелко щупальца налеги сливайте. В зеленых лучах не стойте. Пакт, ребята, сбежались. Реал Прайд и кто там еще? Он летает. Порталы заходите. И кто-то портал займите. Или кто? Позади портала. Справа там много порталов свободно. Эти щупальца и мощи появились. Тебе эти щупальца. По правую сторону. И маленький. Да, босса еще маленькая. Все, давайте щупальца. Давайте щупальца. Тебе моба веду, Слава, забирай. Справа большой щупальца долейте и давайте перед мордой все вставайте. Выходите там, с портала все вышли, нет? Бейте босс. Да. Отвернулись. Говори, пожалуйста, когда отворачивайся, ты не вкрасишь. Нулись бьем, давайте рост. Нулись бьем. Идите перед мордой у босса, становитесь. Вернулись бьем. Забери с моба, с рейда моба. Бейте, повернулись. Вернулись теперь. У кого больше 40 здравомыслия, один касс не отворачивайтесь. Вернулись, ждем. Повернулись, бьем. Грувера убить. Грувера убейте, мелики. Так, отвернулись. Вернулись, стоим, ждем. Опять убейте, мелики, грувера. Бьем. Лизайте. Бэров. Минус бейте. Падаем. Хуёво очень танчить. Прямо, прям очень хуёво. Вот это кто корни вот так вот кидает? Скажите мне, пожалуйста. Да я. Только я. Не делай так. Ну, наверное, надо как-то выработать тактику, чтобы танчился нормально трэш. Просто говорю, вот Слава и Седер, вы там у ворот танчите все правильно, а ты, Макгрегор, стоишь в рейде в синем квадратиком, в синем квадратике, где мы сейчас стояли, и весь трэш туда, к двум танкам приводишь. Седер, если вот что, тебе помогает. Так и было. И не надо никогда корни кидать на трэш, который в рейде. Это очень плохо. Они просто попадаются по корням, аж не виноват. Ну, в смысле, попадаются. За две комнаты, если бы кто-то слушал хоть когда-то, что я говорю, когда Йоксер, он кидает череп, он кидает зеленые лучи на пол. То есть уже надо отбежать от зеленых лучей подальше, потому что лик по-любому прилетит у вас. И если вы стоите подальше, лик летёте, но вы этого не делаете, потому что у вас синдром даунизма. Всех троих, кто сейчас сдох.
Вот и все проще. Объясните, пожалуйста, вот из-за чего здравомыслие на первой фазе до порталов тратится, может? Валькира ебашит тебе нахуй сверху. Одна плюха, она сразу до 88 опускает. И как типа сделать так, чтобы... Короче, я не знаю, не поворачивайся, но эта херня не всегда работает. Да, вот я не знаю, работает ли 100% или нет. Нет, не 100%. Там, знаешь, в каких-то местах, блядь, типа она спиной, ну, блядь, уебашила, сняло, ебать. А в каких-то просто в бок, боком стоишь, она тебя уебашила, не сняло. Я не понимаю даже как тут. Грени, по-моему, кстати, через раз наши с тобой порталы пиздили, блядь. Бля, знаешь, я стою, жду свою вторую, блядь, их закрывать. Я бегу, короче, в задний самый закрываю, самый центральный закрываю, блядь.